ощущения отличные. Всем рекомендую. Как бы ни было страшно. Очищение и силушка. Первый раз. Первый раз. Приехал из Дубая, 10 лет жил. Ну, отлично. А как-то готовились к этому? Никак не готовился. Всего месяц здесь, в родном городе. Какие ощущения? Отличное ощущение. Почему вы решили в такую погоду? Потому что я люблю свою страну. Честно говоря, погода не была определяющей. Я решил, что в этом году сегодня точно я попробую, и погода мне не помешала. Она ничего не изменила, скажем так. Можете описать ощущения перед прорубью внутри? Надо сказать, что перед прорубью холодно было ужасно. Посещают мысли о том, что я здесь, наверное, по ошибке. Я здесь быть не должен. В проруби ты не думаешь ни о чем, я вам хочу отметить. Там не холодно. Когда выходишь, тоже не холодно. Нужно отметить, что единственное, что мерзнет, это пальцы ног. Идти очень холодно. А так свежо, здорово, классно. Даже тепло. Потому что разгоряченно как-то себя чувствуешь. Скажите, пожалуйста, первый раз сегодня? Нет, я 10 лет уже омываюсь на крещение. Именно на крещение? Да, конечно, это же религиозный праздник. И как бы я хочу быть лучше, хочу смыть все грехи, оставить в прошлом. Ну и поверить, наверное, в Бога. Какие ощущения в такую погоду окунаться? Понимаете, это религиозный ритуал, это состояние измененного сознания. Я не могу объяснить. В это надо верить. Ну, это все как бы, ну, холодно вообще-то. Погода не помешала? Ну, нет, конечно. Это же традиция. Это традиция тысячелетия, и я придерживаюсь ее.